Сегодня с утра меня здесь не было, и позвонили. Ну, приехал я тоже сюда приехал, и тут министр внутренних дел был, председатель СКБ, и Джансухнан был, зам президентской администрации, по-моему. Ну, видели они своими глазами, извинились за это. И все, вот что было. Мы это дело в политику ни в коем случае не превращаем. Мы все ждем, хотим перемен. Но иногда вот такие тоже бывают. В семье тоже может один урод родиться. Я никого не обвиняю здесь. Но те ребята, что были, я еще раз говорю, они ничего с абхазского. Я понимаю, в милиции люди работают. Это нужная структура. Но так поступать. Я говорю, так даже гестаповцы, эсэсовцы так не поступали. Видят, ребята больные, несовершеннолетние, мат, видите, в каком состоянии. И то, что ты ногой дверь ломаешь, я ему покажу, чьи двери ломать, какие бронированные двери ломать, если он такой. А вот эти двери старые, вот эти двери ногой выбивать или кувалдой, я не знаю, ну они переборщили. Но я еще раз говорю, эти люди с абхазским ничего не имеют. Я просто одно хочу знать, у нас в Абхазии где-то детдом есть или где вот таких не людей выращиваем. Питомник где-то есть, наверное. Я вот 2-3 раза с ними сталкивался, я вон там с соседями тоже, кого они искали, в его доме тоже. Но они вообще себе не по-человечески себя ведут. Наглые, молодые, наглые, старше, младших не знаю. Я еще раз говорю, не знаю я. Это этих людей, где они выросли. То есть вам так и не сказали, кто это был? Ничего не сказали, но сказали, мы их накажем. Но я не хочу ни их фамилии, ни их это знать. Но министр обещал, что эти люди не будут работать в органах. Говорит, мы их накажем. Ну, посмотрим, накажет, наверное. Я в его порядочность верю. Это сын одного из освободителей Абхазии, Сергей Платонович Адбар. Я надеюсь, что он все нужное сделает.